Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Давно у нас уже не было обзоров на корма, и это видео будет посвящено корму Tetra Pro Menu. Мы часто говорим о том, что рыбок нужно кормить разнообразным кормом. Вот этот вариант один из способов добиться как раз-таки разнообразного кормления. Почему? Да потому что в этом корме сочетается сразу 4 корма. При этом они все раздельные, то есть они не смешаны в одной банке. Сейчас вы все увидите сами. Данная упаковка имеет 4 отсека. Как видите, в крышке есть небольшое отверстие. Если повернуть крышку, то видно, что здесь находится один вид корма. Давайте повернем дальше. Второй вид корма. Сейчас мы на каждый из них посмотрим. И так как тут 4 вида. А теперь давайте вкратце разберем каждый из этих видов кормов, которые находятся в этой упаковочке. Tetra Pro Menu – высококачественный немецкий корм в виде чипсиков. В других видео я уже, в принципе, говорил, чем отличаются чипсы от хлопьев. Они намного дольше держатся на поверхности воды, у них немножко другая технология производства. Но здесь 4 вида, давайте о каждом немножко, быстренько поговорим, и для того, чтобы понимать, зачем они вообще нужны, какой вид за что отвечает и зачем он нужен. Зеленые чипсы содержат в своем составе водоросли для повышения сопротивляемости организма. А вот эти чипсики с красной точкой внутри необходимо давать периодически для улучшения окраса рыб, для улучшения яркости. А вот эти чипсы красные с желтой точкой внутри еще называют чипсы энергетические. Считается, что он повышает жизнеспособность аквариумных рыб. И последний, четвертый вид чипсиков необходим для активного и здорового роста аквариумных жителей. Все эти 4 вида можно, конечно же, смешать в один такой полноценный рацион. В принципе, по большому счету, корм Tetra Pro Menu меня полностью устраивает. И мне кажется, что он нравится моим аквариумным рыбкам. Как они его едят, вы сейчас все увидите сами. Напоследок мне хочется сказать одну немаловажную вещь. Неважно, каким вы кормом кормите, Tetra, Sierra или какой-то еще, может, какой-то отечественный корм, всегда остатки корма необходимо убирать для того, чтобы избежать ненужных последствий. Я своих рыб кормлю 2 раза в день, раз в неделю могу не покормить, в принципе, считаю, что это нормально. Компания Tetra на данной упаковке рекомендует кормить несколько раз в день, но я так думаю, то, что здесь уже каждый выбирает сам, как ему кормить. У каждого свой подход к своим аквариумным жителям. А теперь давайте пойдем и посмотрим, как аквариумные рыбки едят данный корм.
Что ж, дорогие друзья, как видите сами, данный корм рыбки достаточно хорошо едят. Мне этот корм, как я уже говорил, нравится. Я ему ставлю палец вверх. А если вам понравилось видео и вы хотите продолжения таких обзоров на различные корма, конечно же, вам тоже стоит поставить пальчик вверх. У меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока-пока!